Международная сессия музыкантов молодежного симфонического оркестра и Международный фестиваль искусств классика Open Fest проходит благодаря организации некоммерческого партнерства Молодежный симфонический оркестр Поволжья и Тольяттинской филармонии при поддержке фонда Михаила Прохорова, Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Альянс Францесс Тольятти и мэрии городского округа Тольятти. Квартета и фортепиано. Первая, вторая и третья части Роберта Шумана. Исполняют выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, студентка аспирантуры при Московской консерватории Аяко Танабе, скрипка «Япония, Россия». Студент пятого курса Московской государственной консерватории имени Чайковского Алексей Неберекутин, скрипка «Волгоград, Москва». Студент высшей школы музыки города Любек, Германия, Наил Бакиев, альт. Выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского и консерватории Пибоди в Балтиморе, США, Дмитрий Волков, виолончель. И выпускница Московской государственной консерватории, а с сентября студентка Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца Ольга Кирпичева, фортепиано. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Поздравляю.